мы, смешарики. Мы довольно дружно живем в своей стране. И с нами часто случаются разные истории и приключения. А знаешь ли ты, как мы появились на свет? И как вообще создаются мультфильмы? Как создаются мультфильмы? Дубль один. Сначала нужно придумать, каким должен быть персонаж и как он выглядит. Потом быстренько, пока не забыли, рисуем то, что придумали. Но не всегда сразу получается то, что хотелось. Нужно создать целую кучу рисунков, чтобы родился новый персонаж. Но персонаж еще не закончен. Теперь художнику необходимо его раскрасить и доработать детали. Причем и здесь художнику есть над чем подумать. Я сказал подумать, а не поиздеваться. Как создаются мультфильмы? Дубль два. Вот персонаж готов. Теперь его необходимо оживить. Научить его движениям. За дело берутся художники-аниматоры. Опля! Так создаются мультфильмы «Дубль три». Кроме прочего, новый герой должен еще и говорить. Голос персонажа записывается в специальных студиях звукозаписи. Ну что, пишем? Ёлки-иголки. Как создаются мультфильмы «Дубль четыре». Теперь персонажу необходим окружающий его мир. Художники перебирают большое количество вариантов, пока не станет окончательно понятно, что выбранный мир персонажа по душе. Как создаются мультфильмы «Дубль пять»? Что делать и что говорить, персонаж узнает из сценария. Так, что там у нас? Что-то читает, почесывая затылок. А? Так я отказываюсь это делать. Дайте мне другой сценарий. Затем за дело берется режиссер. Под внимательным наблюдением режиссера дружная творческая команда кадр за кадром создает мультфильм. Кадр за кадром! Мотор! Попробуй и ты свои силы в этом сложном, но очень интересном деле. Сделай свой собственный мультфильм. Снимаем!